Вот объясняю, как работает система ограничения грузоподъемности на башенном кране. Вот так вот она выглядит. Металл, находится он на стреле. Получается, вот здесь вот, когда грузоподъемность повышается на башенном кране, стрела начинает прогинаться, и вот эта вот часть начинает гнуться. Вон противовесы. Противовесы остаются там, то есть противовесы и уходят назад, не дают пройти. Стрела начинает тянуть вперед. Соответственно, идет разжимание металла вот этого вот. Оно начинает раздвигаться. И вот здесь вот у нас стоят специальные датчики, которые натянуты. Вот эта вот штука начинает разгибаться, металл разгибается, и соответственно начинает работать ОГБ.